Так, красная глинка. Гора Типтяв. Ну, в общем, это не сама гора Типтяв как таковая, ну, то есть не вершина. Это находится где-то примерно еще в километре от нее. Ну, здесь вот рядом с городом вот такие вот виды открываются. Вот там вот внизу один ярус. Я здесь нахожусь на другом ярусе. Там вот можно еще подняться на третий ярус. И можно подняться вот туда наверх еще на четвертый ярус. Ну, туда, на четвертый ярус, туда, в общем, дорога такая достаточно, ну, сложная. Можно зайти, но надо быть очень осторожным. Здесь вот, кстати, и памятник даже есть. Кошкина Светлана Юрьевна, 87-2005. Прости, родная, за разлуку. 18 лет девушке было. Ну, сейчас вот, чтобы можно было разглядеть вот следующий ярус. Ага, вот он. Там вот камни, на которых любят люди сидеть. Они вот так вот выпирают немножко. Ага, вот они. Во. Осина, кстати, с необычными листьями. У берез здесь темные листья, а осина со светло-зелеными листьями. Ну, такая котловина, карьер, заросший сейчас редколесьем, березняком. Ну, в общем, вот. Такое сюда можно прийти, идти, ну, буквально 10 минут от места, где машину поставить. Вот. Там подъем не крутой, ну, 150 метров, где-то градусов под 40, ну, может быть, 45. Тут полянки. Народ, кстати, достаточно это. Ну, мусора нет. Или здесь убрали. Вот еще раз. Вот. Такая вот красота. Здесь. Плохо, конечно, что не гранит, а известняк. У него такая структура. Не очень впечатляющая. Конечно, был бы мрамор или гранит. Было бы несколько по-другому. И вот там Волга виднеется вдали. Еще раз. Ну, здесь вот камни. И здесь внизу дома. В общем, это гораздо ближе Стрельной, до которой ехать 150 километров. Там еще платить надо, да еще по плохой дороге достаточно долго ехать по грунтовке. Здесь на асфальте приехал. И все. Вот такой вид открывается на Волгу. Пишите комментарии, спрашивайте.